Саша, я виделась последний раз, значит, месяц назад. Духом он не падает. Саша всем передает привет, говорит, что он считал и считает себя гражданином Украины, и что те действия, которые он совершал именно как гражданин Украины, защищая и отстаивая свою точку зрения на действия и события, которые происходили в Крыму на тот период. То есть это его гражданская позиция и акт, который он расценивает как жест на действия введения войск на территорию Республики Крым. То есть в данной ситуации Саша себя позиционирует прежде всего как патриот Украины. Если касаться самого уголовного дела, которое в отношении Александра Кольченко и Олега Сенцова, то мы как защитники считаем, что в данном случае квалификации тех действий, которые им вменяют в виде создания, участия, вот конкретно Саша, участия в составе террористической группы и в составе террористического сообщества, квалификации, по мнению защиты, на сегодняшний день, исходя из того объема доказательств, которые предъявлено судом и следствием, доказательств их виновности в этом деянии нет. –